Всех приветствую, сегодня поиграем с вами в городостроительный симулятор. Как было в описании под этой игрушкой, это очень увлекательный симулятор выживания, дополненный элементами городостроения, сюжет которого разворачивается в мрачные времена средневековья и акцентирован на управлении различными ресурсами. При этом вам придется постоянно удовлетворять запросы своих жителей, занимаясь земледелием и делать другие вещи. Так что всем приятного просмотра. Давайте смотреть, давайте разбираться. И насколько я знаю, здесь на нас будут совершаться набеги. Плюс есть здесь хищные звери, которые тоже будут на нас нападать. Так что нужно будет выбрать какое-то такое место, где мы сможем с вами заборами это все обставить. Я даже не знаю. Вот у нас здесь есть место, где мы можем рыбу с вами ловить. Может, здесь где-то и построимся, как думаем, в этом месте. Потом вот так вот обнесем стенами. А дальше будем смотреть. Я не знаю, буду ли я проходить ее полностью до логического конца, либо пару серий. Чисто для ознакомления. Так что давайте начинать. Ну, вроде место мне это нравится. Да, давайте, наверное, вот тут мы с вами и построимся. Уверен, что хотите построить здесь центр города. Да. Давай. Так, что-то у нас тут. Ягоды 200. Скорость производства. Скорость производства трав и лекарств. Да, здесь есть болезни. Здесь есть крысы, которые тоже будут. Пожары. Так что, не знаю. Давай, наверное, использовать ягоды. Вот. Все, отлично. Здесь мы сейчас начнем строиться. Дальше уже будем открывать наш участок. Так, что я хотел? Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Так, собрать ресурсы. Ага, ресурсы можем собрать. Давай камушки пособираем. И, наверное, здесь вот деревья вот эти вот. Да, давай как-то вот так. Ты тоже срубай. И смотрим, что здесь. Дом первого уровня, хранилище, производство еды, охотничья угода, ага, хижина собирателей. Так, ну, я думаю, можно будет хижину собирателей куда-то сюда поставить, как думаете? Возможно, может даже вот так вот. Вот сюда хижину собирателей, а рядышком можно будет склад поставить, как бы. Согласны? Если что, потом снесем. Так, ресурсы, колодец, хранилище. Так, открытое хранилище. Да, давайте, наверное, сделаем так открытое хранилище. Нужно потом будет оборону. Я же говорю, вот деревянные стены и каменные есть. Нужно будет потом как-то сразу, наверное, разметить наш участок, да? Чтобы я понимал плюс-минус. И от этого уже отталкиваться. Основные строения у нас будут здесь. Такие как центр города, а возможно добыча ресурсов, ну пусть нападает, пусть разрушает, потом мы с вами отстроим. Так, ладно, давайте немножечко ускоримся и посмотрим, как у нас здесь происходит. Понаблюдаем за игрой, обожаю такие стратегии. Так, угу, это будет долго, к сожалению, это будет долго. Блин, вообще шикарно. Мне сразу нравится эта игра. Мне сразу нравится эта игра. Отлично, есть, построили, да? Давайте скорость уменьшать. Что у нас по поводу еды? 29, да. Нужно делать хижину, наверное, собирателей. И склад тоже. И давай смотреть. Вот, есть, отлично. Как бы вот так бы разметить. Что у нас по поводу ворот? Деревянные ворота, деревянные столбы, деревянные ворота. Давай, наверное, деревянные ворота мы поставим вот тут. Согласны? Вот тут деревянные ворота. А здесь мы с вами проведем сейчас линию, где мы с вами... Будет удалена, да.
где мы с вами будем это все делать. Наверное, пусть будет как-то два куста. Ну, да, пусть будет. Отлично, отлично, отлично. И вот сюда, наверное, куда-то. Вот таким у вас будет город наш изначальный. Потом на крайняк, если что, расширим, когда будем делать каменными стены. Я просто не знаю, когда именно на нас будет нападать. Во, все, есть. Отлично, разметили. Дорога, дорога. Это у нас идут ворота, да? Ворота, ворота. Можем провести к воротам. Вот так, наверное, дорогу проведем. Не знаю, нужна ли тут, в принципе, дорога, либо люди и так смогут ходить. Так, хорошо. Давай распределять участок. Наверное, сейчас мы вправо пойдем. У нас здесь будут с вами дома. Обычные жилые, да? Сейчас посмотрим, как мы это с вами сделаем. Может, вот так как-то. Да, давай раз домик. Давай вот так два. Грибы будут удалены. Ну, ничего страшного. Я думаю, грибочки мы с вами еще найдем. Потом делаем так домик и делаем вот так домик. Все, шикарно. Что по поводу дороги можем провести? Я думаю, да. Давайте, наверное, обведем полностью вот так вот дорогой. Здесь тоже сделаем. Опять же, я не уверен, нужны ли в принципе здесь дороги как-то таковые. Так, давай, наверное, немножечко ускоримся. Что у нас по поводу собирателей? Один человек, да, есть. Безработная 0, рабочая 7. Уровень счастья, еда. Ну, сейчас они начнут собирать это все. Я думаю, еда немножечко у нас увеличится. Так, охотничье угодье. А где наше охотничье угодье? Ага, вот олени у нас здесь находятся, да? 5 штучек. И здесь 3 штучки. Давай, наверное, сделаем вот так вот, чтобы оно его захватывало. Здесь мы увеличиваем скорость. Давайте понаблюдаем, как они строятся. Мне тут сразу нравится, это внешний вид наших построек. Блин, красиво, реально красиво. Так, хорошо, давай строить жилые дома. Я думаю, не будем мы спешить развитием. Так, убрать, убрать, это тоже на всей нашей территории. Я думаю, нужно пособирать вот это вот все и перенести на склад. Что у нас тут? Камень, дерево, да, нету? Древесины 0. Дрова есть зато. Хорошо, что нам еще нужно? Вроде там нужен нам колодец, если я не ошибаюсь, да? Ресурсы, да. Лесоруб. Ага, ткацкая мастерская. Так, куда мы с вами колодец поставим? Давай, может, куда-то... Куда-то вот сюда поставим колодец, как думаете, будет красиво? Да, давайте сюда поставим колодец. Надеюсь, что нашим жителям этого хватит, они смогут проходить спокойно через него. Хотя, возможно, нужно было и посерединке поставить. Ну ладно, сейчас посмотрим. Посмотрим, как оно будет. Так, чего тебе не хватает? Мяса и водички, да, хочешь? Сейчас. Ну, я ускорил. А наши строят забор? Да, смотри, забор строит. Что тут? Закрыть ворота. Открыть все ворота. Закрыть все ворота. Угу. Ну, пусть, наверное, пока месть будет открытыми. По поводу лесорубов. Где мы их поставим?
Ну, предлагаю, наверное, где-то вот тут поставить нам лесорубов с вами. Согласны? Как-то вот так, наверное. Вот сюда. И пусть они здесь занимаются. Так, лесорубы ожидают ресурсов. Хорошо. Объясню сразу, почему я сюда поставил вот эти вот заборы. Из-за того, что жарю. Я не знаю, во сколько именно и когда именно на нас начнут нападать. Что я хочу? Я хочу построить дорогу. А почему я здесь не могу построить? Наверное, потому что, да? Все хорошо. Накопленная вода 51. Отлично. Что у нас тут по поводу слотов? Карта улучшений. После 15 рождений младенцев или эмиграции будут новые карты. Хорошо. Но это нам еще недоступно. Жилые постройки, хранилища, амбар. Ну, охотничьи угодья есть. Рыбацкая хижина нам еще пока недоступна, да? Или доступна? Рыбацкая хижина. Давай посмотрим. Во, можем рыбку добывать. Хочу. Хочу, хочу, хочу. Надеюсь, зимой у нас не замерзают наши реки и озера. Да, это, наверное, будет долго. Я не смогу строить сразу все дома из-за того, что они заняты забором, да? Но предлагаю все-таки ускорить немножечко. Еда 24. Да, нам нужно мясо. Нам реально нужно мясо. А я могу отменить строительство? Блин, ну да, это ж тут не поставишь так на паузу. К сожалению, на паузу не поставить. Ягоды 245, хлеб 39, копченое мясо. Ну, в принципе, еда есть. Сколько у нас вообще людей? Как посмотреть, 4 маленьких, 10 больших, да? Ага, население у нас пока мест небольшое. Думаю, должно этого хватить. Да, и что по поводу... Вы сами назначаетесь, я так понимаю, на собирательство и на склад. Угу, отлично. А тут мы можем это срубать и собрать, да, можем, да? Шикарно. Здесь тоже давайте убирать, чтобы у нас чистенько все было. Здесь я пока не трогать ничего не буду. Может, тут лесорубы займутся? Так, 4 иммигрантов хотят поселиться в вашей деревне. Подтвердить. Давай смотреть. Ага, окей. А тебе нужно размещать, либо не нужно установить приоритеты производства? Нет, это мне не надо. Лесорубы. Ага, то есть вы не сажаете, я правильно понимаю? Стой, 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 ресурсы, лесорубы, ткацкая, сапожная, шахтерская, хижина, хижина лесника, ага, вот хижина лесника. Тогда нужно будет, наверное, хижину лесника вот сюда куда-то поставить, согласны? И пусть он тут ее выращивает поближе к домику, да. И тут, наверное, на вот этом вот участке, не знаю, видно мышку, не видно. Вот, наверное, на этом вот участке он будет выращивать у нас деревья. Так, хорошо, шикарно. Мне бы домики достроить, и достроить бы мне вас бы, ребятки. Но этого они не сделают, пока мы не закончим полностью с вами строительство нашего забора. Насколько я понял. Так, давайте смотреть по поводу домиков. Домики, домики, домики. Наверное, давайте так же самое сделаем, да? Сюда один, сюда один. И вот так вот развернем. Не знаю, нужно ли столько сразу много домов. Ну, пусть будет. Пусть лучше будет, чем не будет. Вот так. А здесь посмотрим.
Может, что-то и достроим. Так, а воды вам всем хватает? Запас 148. Ребенок, собиратель. Центр города. Водичка 2. Мясо у вас есть. Хорошо. Продолжаем. Блин, зря, наверное, все-таки забор первым начал делать, но... Если на нас будут нападать какие-то дикие звери, либо набеи, то защитит нас, надеюсь. Ягоды копченые. Угу, копченая рыба. Мне нужно, чтобы... А, ты начал охотиться, да? Все, отлично, построили. Не знаю, давай, наверное, двоих назначим сюда. Пусть охотятся. Вот, поймал. Да, поймал тушу. Либо поймала. А, поймала тушу, да? И сейчас посмотрим, как она будет ее разделывать. Так, а ну. Как бы так бы посмотреть бы. Чтобы было видно. Давай, еще чуть-чуть. Еще немножечко. Делай нам мясо. Угу, разбирай, да? А давай чуть-чуть ускоримся. Посмотрим, как это происходит все. Ага, все, есть, да? Мясо появилось. 39 мяса. Так. Еды необходимо ежегодно для скота. 4 месяца еды испортится в течение 1 года. Запаса хватит на 6 месяцев. Ага, а почему? Из-за того, что у нас нету с вами хранилища, я так понимаю, правильно? То есть мне нужно погребы, хранилище, амбар, да? Это здание, где хранится зерно. Нет, не то. Погреб — это вид подземного хранилища. Используется для хранения фруктов, овощей и других скоропочащихся продуктов. Требуется уровень города 2. А у меня уровень города 1, я так понимаю, да? Ну да, ну, а тут ничего не поделать, я надеюсь. Им должно будет рыбки хватить. Так, услуги. Двор компоста, хорошо, кладбище, ага, кладбище, кладбище. Давай, наверное, сделаем его где-то вот тут. Не знаю, на крайняк потом перенесем, если нужно будет. Пусть здесь. Или вынесем его за... За поселение, как думаете? Ладно, пусть тут будет. Так, недостаточно дерева. Хорошо. Давай рубить. Давай, наверное, вот тут вот рубить будем. А потом лесник, когда у нас появится, он... Будет сажать нам деревья. Здесь ничего не вырубаю, не трогаю. Из-за того, что здесь животные, мало ли, может, им деревья нужны будут. Так что трогать пока мы ничего не будем. Сейчас они закончат у нас забор. Начнут строить наше здание. Нам будут приезжать люди новые. И по идее мы сможем улучшить с вами. Потому что мне нужно... Нужно амбар построить. А точнее погреб. Чтоб еда лучше хранилась. Так, 8. Угу, собиратель 8. Давай, ребятки, постройте мне рыбацкую хижину. Нужно будет, наверное, туда двух человек назначить сразу. Если у нас есть два свободных человека. Все, забор достроили? Ну, почти. Вот тут не хватает. Во, молодец. А что такое? Замерзло, да? Угу, опять зима настала. Ну все, теперь должно пойти строительство быстрее. Что у нас тут? Два человека работают. Шкура животных, мясо 28. Запаса пищи хватит на 7 месяцев. А, ну, в принципе, пока нормально. В принципе, пока нормально. Вот, строительство пошло рыбацкой хижины. Давай. А они у меня мерзнут из-за того, что... Так, максимум 3 человека.
Давай троих и назначим. Пусть плавает, пусть добывает. Ага, у нас открылся новый участок. Хорошо, пусть они плавают здесь, добывают. Давайте нажмем немножечко вот так, помедленнее сделаем и посмотрим. Оборона, украшение, малый цветочный сад. Я даже не знаю, куда его тут. Наверное, пока мест никуда. Услуги. Школа, ресурсы, ткацкая мастерская. Ага, одежду, да, делать будете мне? Отлично. Давай, наверное, ткацкую мастерскую мы с вами сюда и установим. Может, сделаем вот так вот с вами, смотри. Дорога раз и дорога два. И здесь мы с вами... Ага, нет, мы здесь с вами не сможем, у нас тут ягоды собираются. У нас здесь ягодки собираются. Куда бы мне ткацкую мастерскую с вами поставить? Ладно, давай, наверное, пока мясь вот сюда поставим тебя. Да? И пойдем вот так вот строить. Да, отлично. Потому что они замерзают, а мне это не нужно. Мне нужно, чтобы наши жители были всем довольными. Так, 42 рыбки. Окей, коптильня. Мне нужна теперь коптильня, правильно я понимаю? Так, коптильня. Коптильня у нас будет необходимо население 75 человек. Ага, а у нас 18. Понял, сейчас займемся, значит, с вами строительством наших домов, ребят. Но, наверное, мы не можем из-за того, что у нас древесины не хватает. Насколько я понял. Хотя должен вроде рубать. По идее, должен будет сейчас лесоруб этим заниматься. Так, отлично, отлично. Угу. А я могу назначить сам в область, вот сюда. Давай ты, наверное, будешь вот тут у нас сажать все. Шикарно, шикарно. Так, можно подвинуть. Хорошо. Теперь у нас будет здесь расти деревья. Ты у нас будешь их вырубать. Не знаю, возможно, нужно было внутрь это все перенести, как думаете? Ага, у нас склад заполнен, да? Правильно я понимаю? Мясо, рыба, да. Окей, этот вопрос мы тоже с вами решим, но только чуточку позже. Можешь, пожалуйста, пока месяц собрать мне здесь камушек? Либо не можешь. И вот этот вот камушек тоже собрать. О, у нас тут животные. На территории мало людей, да? 18 населения. 20, ага. Давайте дома еще строить, наверное. Давай, знай, как мы сделаем. Жилые. Может, домики вот так вот сейчас проведем с вами. До вот этого вот момента. А хотя все влезут. Будем поворачивать их сюда. Не, наверное, не будем. Сделаем вот так вот. Давайте, да. Давайте еще дома строить. По максимуму, чтобы у нас побольше людей было с вами. Так, ягоды, да, подтвердить. Растения подтвердить. Так вот, и... Не влезет? Нет, к сожалению, не влезет. Ну, и ладушки. Тогда мы делаем то с вами. Правильно, проводим сюда дорогу. Так, чтобы было красиво. А потом так же самое, просто развернем домик в эту сторону, вот так сделаем, и проведем вот сюда. А сбоку здесь, а давайте, наверное, сбоку мы здесь с вами сделаем украшение, как вам? Я думаю, они будут счастливы, правильно, наши с вами жители? Украшения. Средний парк. Угу. Не вылазит, да, немножечко? Блин, а куда средний парк поставить? Ладно, что еще есть?
Большой пол, маленький парк. Во, смотри. Так, раз. Да, 4 мигранта, это хорошо. Маленький парк. Делаем 2. Есть. И еще что-нибудь. Большой цветочный сад. Пусть будет. Пусть будет. Что по поводу колодца? 200 из 200 есть. Отлично. Я думаю, знаете, даже что можно с вами сделать. Здесь... Где-то тут, не сюда, вот сюда. Здесь можно было сделать вот так вот и поставить сюда колодец один. Где наш колодец? Вот наш колодец. Вот сюда вот. Все, отлично. Теперь воды должно им хватить. Так, надеюсь, ты занимаешься? Ты сажаешь мне здесь? Режим посадки. Режим посадки, вот. Так, включить... Выключить использование удобрения. Вот режим посадки. Мне нужно, чтобы ты мне тут сажал деревья. Так, что это такое? Так, стрелы увеличивают скорость роста зерна на поле. Продолжительность 4 года. Увеличивает урожай зерна на поле 60%. На 6 лет. Сохранить. Сохранить. Использовать... 200 стрел. Я даже не знаю. Давай, наверное, используем 200 стрел с вами. Так, что я еще хотел? Пока я не забыл. Оборона. Деревянные. Деревянные вот так вот поставим. Да? Наверное, на входе. И вот так по периметру расставим. Я просто не знаю, куда они будут на нас нападать. К сожалению. Давай, наверное, одну сюда. И одну вот сюда. Вот, чтобы оборона была. Оборонная башня. Если они попрут как раз в центральный вход на наш, то они будут встречать их. Хорошо. Не появилось ли у нас что-нибудь новенькое? Услуги. Услуги, услуги, ресурсы, хижина лесника, плавильня, травника. Так, что здесь? Мастерская травника. Мастерская травника, травник использует лекарственные корни. Ага, травник нам нужен. Пусть у нас будет с вами травник. Дальше что у нас идет? Угольная печь. Требуется мастерская травника. А я как раз ее и строю. Производство еды. Двор компоста не построен. Ага, двор компоста. Хорошо. Открытое хранилище, амбар. Ресурсы, услуги, двор компоста. Двор компоста. Божечки, какой-то огромный. Возможно, куда-то сюда, как думаете? Ну, то есть, и тут запах, и там запах. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Так что, давайте, наверное, туда поставим. Так, а можно немножечко ускориться, чтобы у нас тут сразу охрана была. Блин, опять же, шикарная игрушка. Я не знаю, как вам, ребят? Я думаю, серий 5 точно будет. Можно спокойно, да, записать? Вот я думаю, по поводу хижины собирателя. Куда бы ее перенести, чтобы она нам не мешала? Как думаете, хижина сборщика? Может, давай сюда? Смотри, здесь есть у нас кусты, кусты. Ага, олени даже есть. Грибы, корни. Мало ягод. Вот тут вот ягоды есть, да, у нас? А если я перенесу тебя сюда, ты не достаешь? Давай, наверное,
мы хижину собирателей перенесем вот сюда куда-то. Да, давай, наверное, сюда перенесем. А эту хижину собирателей мы сможем ее удалить, правильно я понимаю? Удалить или мы не сможем? Так, что сделать? Деактивировать здание. Деактивировать здание, давай попробуем. И полностью снести здание. Ага, вот, все просто, да, получается? А сюда тогда еще мы один склад с вами поставим, хранилище. Вот так вот, поставим сюда лучше склад, пусть два склада будет. Здесь у нас будут ягодки собираться. Давай немножечко ускоримся. Мне нужна коптильня, ребят. Мне нужна коптильня. А коптильня у нас будет только 75 человек. Угу. И здесь мне нужно, чтобы они это строили, все делали. Так, ты сажаешь деревья, да? Хорошо, отлично. Отлично, хорошо. Здесь мне тоже нужно, чтобы они строили. Мне нужно больше людей. По факту. А нас мало семей с вами. Так, население 37 человек. То есть мне нужно еще домики построить. Да, давайте, наверное, это делать. Домик первого уровня. Делаем тебя вот так вот. Да, подтвердить. Жалко, что нельзя тут зажать и в ряд вот так вот построить. Так, хорошо. Отлично. И сюда еще один. Тут проводим мы с вами дорогу. Вот так вот. И сюда один парк большой влезет, по-моему, если не ошибаюсь. Так, средний парк. Нет, маленький парк, по-моему, да? Маленький парк, оно. Да. Не, не могу. А почему? Ага, мешать будет, да? Ну ладно, тогда здесь будет у нас... Будут у нас клумбы здесь, ребят. А погоди... Давай, наверное, построим вот такие вот маленькие клумбочки. И сюда поставим с вами, знаете что? Колодец. На всякий пожарный, чтобы был. Согласны? Так, что у нас здесь? Еды. Еды много. Давай, наверное, пусть двое у нас рыбу ловят. У нас по поводу двое здесь добывают. Хорошо. Приоритет собирателей есть. Угу, компостная яма. А тут, наверное, мы с вами поле и сделаем. Согласны? Ферма, ферма. Да, тут, наверное, поле мы с вами и вместо кустов этих и сделаем. Я думаю, нам фруктов должно вот этих вот хватить, которые здесь есть, ягоды. Я, конечно, на это надеюсь. Так, чего тебе не хватает? И не хватает воды, правильно я понимаю? Ага, почему? А из-за того, что не хватает материалов. Окей. Давай собирать. По идее, должно всего хватать. Где еще камушки есть? Вот камушки есть. Вот деревья есть. Вот камушки есть. Тут камней просто, я не знаю, можно продавать. 19 доски, или что это дрова, да? Дрова. Обычное дерево нету. Так, что ты у нас здесь делаешь? Доски, доски, доски. Хорошо. Здесь у нас тоже один человек. Ладно. Сейчас построим с вами компостную яму. И можно будет, наверное, поле потом с вами ставить. Так, что у нас тут производится, да? 12 шкуроживотных. А где у нас... Это кто? Ткацкая мастерская. Производится, да? Недостаточно ресурсов. А чего не хватает?
Волокно 6. А, ага, понял. То есть, когда у нас с вами будут животные, насколько я понял. Так, травяные лекарства. Хорошо. А у нас эти кусты здесь с вами есть? Давай посмотрим. Сборщика. Есть ли у нас тут эти кустики? Да, вот, вот эти вот кусты. Ягоды, грибы мы собираем. То есть этого нам должно хватить будет на первое время. Так, производство. Ага, один человек тоже здесь работает, да? Хорошо. Ну, в принципе, пока здесь неплохо все складывается. Единственное, что я не знаю, когда на нас будет нападать. Вместимость 1 назначена. Ну, давай, наверное, по одному назначим сюда. Я не знаю. Нет, ой, ёп. Я не... Сори. Вот так вот, да. Я так понял, нам армия нужна? Ага, вот казарма у нас. Какая-то огромная. Так, стрельбище, казарма. Казарма, наверное, казарма у нас будет с вами где-то в этом месте. А стрельбище сюда перенесем, да? Да, подтверди, 4 мигранта. Я не знаю, может сразу строить, как думаете? Здесь, наверное, знаете, как мы сделаем с вами, проведем дорогу. Вот здесь у нас тоже будут жилые дома. Нужно будет построить тут жилые дома, чтобы у нас людей для казармы хватало. Но я думаю, это мы сделаем с вами уже, давайте, наверное, в следующей серии. Можно будет построить казарму, потом построим с вами компост. И нужно будет огород сюда где-то высаживать. А огород, наверное, мы будем с вами делать вот тут вот. Да, да-да-да, вот тут. Так что пусть строит, пусть занимается. Это тоже у нас пусть будет в приоритете. И это в приоритете пусть будет. Так, что по поводу деревьев? Ты же занимаешься ими, правильно? Вырубываете понемножечку и камень добываете, да? Давай, наверное, ты... здесь еще пособираешь, если есть, конечно, свободные кто-то у нас. Пусть камушек собирает и деревья здесь тоже уберут. Так что все, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам игрулька понравилась так же самое, как и мне. В следующей серии уже с вами продолжим. Без вас я проходить ее не буду, как раз на этом месте мы с вами и начнем. Так что все, всем пока-пока и до потом, ребята.